Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня новостной выпуск. Дело в том, что вчера, 14 марта, в полночь был заблокирован Инстаграм. Был заблокирован у нас в России. Если его сейчас открыть, то там просто ничего не будет загружаться. И, к сожалению, к огромнейшему сожалению, мы все с вами надеялись, что до этого не дойдет, но увы, до этого дойдет. В ближайшие дни вот эти, YouTube будет заблокирован. Да-да, YouTube будет заблокирован, потому что свежая новость. На сайте Роскомнадзора он потребовал у YouTube немедленно восстановить доступ к каналу советское телевидение Гостелерадиофонд. Не понимаю, вот этот странный выбор, зачем надо было блокировать этот канал, потому что там же архивные записи старого советского телевидения, и вообще зачем его надо было блокировать, там ничего такого нет уже. К войне, а к нынешней вообще никак не относится. Ну и вообще вот под вот эти блокировки сколько каналов попали. В основном сейчас YouTube блокирует в России каналы, которые имеют отношение к государству. Всякие телеканалы наши, НТВ, Первый канал, Россия 24, Россия 1. Но также под блокировку попали даже те каналы, которые много про войну не говорят, в том числе ТНТ, стендап. И даже, вот что меня больше всего удивило, был заблокирован канал с российскими советскими мультфильмами. То есть, что это за бред? Зачем надо было блокировать канал с русскими мультфильмами? Дети-то им что такого сделали, что им нельзя теперь... Зачем им запрещать мультики-то смотреть? Ладно, если бы они бы еще бы ихние, американское всякое там запрещали, но они запрещают нам свое же. Это ерунда какая-то полная. Ну и вот, к сожалению, почему я говорю, что по-любому YouTube будет заблочен, ну, скорее всего, по крайней мере. Потому что у YouTube не будет никакой выгоды выполнять вот эту просьбу Роскомнадзора, то есть разблокировать этот канал. Никакой выгоды у YouTube не будет, и не будет он ничего разблокировать. И как вот утверждает этот Роскомнадзор, либо вы нам разблокируете вот этот вот канал Гостелерадиофонд, либо мы заблокируем в России YouTube. И типа, какая угроза? При этом вот эти вот YouTube, ну там у себя в Америке, они никакой угрозы от этого не получают. Им может быть даже наоборот будет на радость, что у нас в России не будет YouTube. Они же нас всей душой ненавидят. Поэтому YouTube, скорее всего, будет реально заблокирован уже в ближайшие дни. И сегодня вот ролик о том, куда дальше идти, где мы будем с вами заливать видео. Конечно, можно скачать, естественно, VPN. VPN всяких много, многие из них, к сожалению, платные. Но вот, а блокировки VPN пока разговоров не идет. Можно через них заходить. Вон у меня Леха даже пользуется VPN. В Инстаграм через него вроде как заходил. Ну а так, то есть если скачать VPN, если кто не знает, это такая специальная программа, которая позволяет проходить на сайты, которые в России недоступны. Ну то есть как бы сделать вид, что находишься не в России. И, собственно говоря, вот я скачаю VPN, я смогу заходить на YouTube, но если он у нас в России будет недоступен, я не буду на свой канал загружать новое видео. Также я не буду отвечать людям на комментарии, потому что это я сам так решил, потому что я думаю, что это будет немного рискованно. Если YouTube заметит, что какой-то русский канал ведет активность, ничему хорошему это не приведет, потому что это по сути незаконно. Поэтому если я буду заходить на YouTube, то чисто ради того, чтобы смотреть там видео самому. Ну а загружать видео на другие я буду на другие площадки. Обязательно переходите на Яндекс.Дзен, я туда уже перетаскиваю свои старые видео. Также Леха, ну и также некоторые другие подписчики порекомендовали телеграм-канал создать, что я, собственно говоря, и сделал, но что-то я вот не уверен.
Мне кажется, Telegram мне не особо-то подходит, потому что Telegram это более такой мессенджер, чем это вообще не как YouTube, это абсолютно другое. Там по-другому все это реализовано. Поэтому вот я даже не уверен. Ну, на всякий случай подписывайтесь. Во всяком случае, Леха собирается Леха уже там создал свой канал и говорит, что будет заливать видео только туда и больше никуда. Ну и значит, я думаю, что и мне тоже стоит рассмотреть этот вариант. Но вот на Яндекс.Дзене обязательно будут выходить видео, также в группе ВК будут свежие выпуски обязательно выходить. Так что подписывайтесь на вот эти все три платформы. На Telegram подписывайтесь, ну, на всякий случай. В группу ВКонтакте, конечно же, вступайте. На Яндекс.Дзен регистрируйтесь, подписывайтесь. На Яндекс.Дзен обязательно подписывайтесь, там будут выходить все видео. Возможно, многие кто-то из вас скажет. Вот ты сейчас переправляешь старые видео на Дзен. А как ты будешь дальше переправлять старые видео, если YouTube закроют? Ты же не успеешь. Ну, наверное, я думаю, что все-таки, скорее всего, через VPN можно будет по-прежнему скачивать эти видео. И если я их смогу скачивать, я, естественно, без проблем смогу их перегружать на Дзен. Поэтому тут я практически не волнуюсь. И я думаю, что все видео я смогу не знаю, через какое время, но перезалить. Но на этом все. С вас лайкосы, подписосы с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в Телеграм-канал на всякий случай, подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене, и всем пока.